с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре набор автомобильного инструмента компании Thorvik. Код товара UTS-0082. Набор на 82 предмета. Thorvik — это профессиональный инструмент производства Тайвань. Так, начнем с трещоток. Трещотки на 45 зубьев. Большая и маленькая трещотка под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Трещотки разборные. Три винта выкручиваете, можно внутри обслужить сам механизм. Прямые идут. Рукоятка комбинированная. Пластик серой вставки, черный — это прорезиненный пластик. Очень удобно, рукоятка лежит в руке. Есть отверстие. Далее надпись на рукоятке Thorvik, код товара и CRV, хромонадевая сталь. Есть реверс, переключение право-влево, вращение, быстрый сброс и фиксация головки. Нажимаете кнопку сверху, зафиксировали, нажали, быстро сняли. Длина трещотки под 1,2 дюйма 255 мм, маленькая трещотка под 1,4 145 мм. И надпись Thorvik на рукоятке. Хочу заметить, тут надпись идет не краской, как в дешевых наборах, допустим, делают. Здесь идет полностью отлитая рукоятка и с логотипом данной компании. Отверточная рукоятка 150 мм. Есть сверху присоединительный квадрат. Сюда вы можете подсоединить Т-образный вороток, допустим. Также удлинитель. Данная отверточная рукоятка в наборе применяется или биты одеваете, получаете отвертку, или головки под 1,4 дюйма, то есть маленькие. Это для труднодоступных мест, если нужно подлезть. Два кардана под маленькую трещотку и под большую. Карданы скреплены металлическими вставками. Ну, здесь очень качественно они сделаны, поэтому на это не влияет. Удлинители. Под большую трещотку два удлинителя. Это 125 мм и 250 мм. И под маленькую трещотку у нас три удлинителя. 50 мм маленький, средний 100 мм и гибкий удлинитель 150 мм. Удлинитель 250 мм под квадрат 1,2 также служит у нас как Т-образный вороток. Одеваете переходник и получаете вороток Т-образный с плавающей головкой. Если снять переходник, его можно использовать для перехода с 3,8 дюйма на 1,2. Две свечные головки 16 мм и 21 мм. Два набора бит под квадрат 1,4, прессованный уже переходник. И биты, которые используются с переходником отдельно, под квадрат 1,2. Под 1,4 биты 17 штук, под 1,2 нижний ряд 15 штук. Одеваете в переходник нужную биту и одеваете трещотку или вороток. Профили бит торксы, крестообразные, шестигранные и шлицевые. И также нижним рядом. Шестигранные, шлицевые, торксы и крестообразные. И вороток Т-образный также есть под 1,4 плавающая головка. Головки. В наборе шестигранный профиль головок. Головки короткие. Длинных головок в наборе нет.
Общее количество их под 1/4 у нас 13 штук. Вот два ряда. Самая маленькая у нас идет. Так, на 4 мм шестигранная. Самая большая на 14. Под 1/2 дюйма у нас 15 головок. Самая маленькая на 14. И самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 225 грамм. Вот этот Хорвик, номер по каталогу CRV 32 мм. CRV это Chrome Vanadium Device Type. Вес головки 225 грамм. То есть очень такая увесистая. В верхней крышке набор ключей комбинированных. Размеры ключей 12, 14, 10, 8, далее 13. Так, неправильно он сказал. Так, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Самый большой ключ. С обратной стороны надпись Chrome Vanadium, 22 мм, логотип и номер по каталогу. Ключ полностью гладкий, без каких-либо насечек. Хорошая полировка, кстати, инструмента. Далее. Материал изготовления инструмента Chrome Vanadium сталь. Нанесено защитное покрытие матового цвета. Очень хорошо изготовлен инструмент. Нету заусенец и следов от литья. То есть сразу видно, что инструмент качественный. На каждой единице инструмента есть номер. По этому номеру в каталоге Хорвик. Пока что он только в электронном виде, если вы можете найти его в интернете. По этому номеру вы можете найти, допустим, ключ, если у вас он потерялся. Гарантия на инструмент присутствует. Также единственное, что нет гарантии на биты. Биты это расходный материал. В верхней крышке инструмент очень хорошо защелкивается, причем даже, сказал бы, трудно защелкивается. Но это плюс, потому что не будет у вас выпадать. Время перевозки. Состоит кейс из двух частей. Скрепляет широкая пластиковая зависа. Запирание на пластиковые защелки. На верхней крышке Хорвик логотип. И информационная наклейка. Что в данном будет? Комплектация. Что присутствует в комплектации, профиля, которые здесь есть, бит и головок, два рабочих квадрата, CRV, Chrome Vanadium сталь, и также указывается завод, где производится данный набор. То есть, сделан на Тайване. Легко открывается. Очень аккуратно и хорошо сделан кейс. Если вы ищете набор недорогой, с хорошим качеством, то выбирайте наборы инструмент от Хорвик. Причем на сайте у нас сейчас они идут по хорошей цене, хорошей акции. При подписке на канал или оставленном комментарии вы также получаете дополнительную скидку при заказе. И габариты кейса. Ширина 38, длина 30, высота 8,5 см кейса. Вес набора 5,6 кг. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. До свидания.